Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды. Сколько у нас, интересно, монет? Хватает ли для того, чтобы приобрести ДНК на Донателло Космос? Вот что меня сейчас интересует. Так, я забыл посмотреть рекламу, к сожалению, ладно. Так, подожди, монеты. Да, друзья мои, отлично. Ну что, Дони Космос, у нас, наверное, мутагена не хватит, да, для того, чтобы его прокачать. 10 тысяч мутагена, но мы с тобой это наберем где? Ну, естественно, на арене. Сегодня арена, ребята, и он получит фулл пятую звезду. Соответственно, кандидат на платиновый ранг. Так, бесплатно откроем здесь пак с тобой. Так, кто это у нас тут? И не узнать что-то... А, это Мондо Гекко. Не узнал. Так, здесь забираем награду. Пройти серию... Ну, давай быстренько пробежимся. Потом пойдем с тобой прогуляемся для Ваньки-стиранка. Надеюсь, на этот раз без ошибок мы с тобой будем искать нужные элементы. Спасибо, кстати, ребята, вам огромное за то, что вы делаете очень развернутые ответы на мои вопросы. Мне очень приятно. Я имею в виду, что я спрашивал по поводу Карайки. Очень много было ответов. Теперь мы много чего знаем. Точнее, я много чего знаю. Вы и так без меня все это знаете. Так, минус. Ага, какой минус? Вот сейчас минус. И добиваем этого халабуду. Так, переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас кто будет? Ну, массовая есть? Нету массовой атаки, к сожалению. Даже валуна нету. Так, муху надо... Давай так, ракетами попробуем. Упс. Давай, Лео, крути-верти. Уничтожай их всех. Прекрасненько. Ну что, мы прошли с тобой серию испытаний. Теперь пойдем искать на Ваньку Стиранка нужные элементы. А нужно нам, по-моему, чашки, да? Кружки это находить. Да. Именно тогда я и не нашел эти кружки, а переключился не туда, куда надо. Так, одну мы с тобой нашли, вторая. Третья. Так, секунду. Четвертая, нужно 12, да? 4 кружки пока. Пятая. Шестая, очень, кстати, неплохо они выпадают. Так, комикс из канализации, зачем он нам нужен? Смотри, 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 я уже сбился со счета, ребята. Я уже сбился со счета, по-моему, все, да? Нет, нам нужно еще 3. Нам еще 3 кружки надо. Ладно. Раз. 2. И последняя. 3, все, ребята. Так, прокачиваем, да? 2500. Ну вот. Отлично. Так, и пойдет у нас пассивка потом. Пассивка — это твердые убеждения. Стиранка призывает защитить Россию-матушку. В начале хода есть вероятность 15% увеличить силу атаки союзников на 20% в течение одного хода. Ну, слушай, пассивка неплохая, в принципе, ребят. Годная. Если Ваньку брать, и он усиляет команду на 20%, это нормуль. Поднять уровень персонажа. Так, это мы сделаем попозже. Так, тут мутаген, кстати, еще разыгрывается. Ну что, поехали на турнир. Мы, как всегда, с тобой в Лиге Самураев 3 звезды, нас сбросили. Это не новость. И теперь, ребята, все так же и осталось. Смотри-ка. Никнеймов нету. Тьфу, интересно. Так, наверное, мы с тобой отыграем всех. Так, 42 уровень, да? Раз, два, три, четыре. И одного крепыша мы с тобой возьмем. Крепыш будет это у нас... Мне нужен массовый, массовик-затейник. Это будет... Интересно, а Паукус справится? Давай Карайку возьмем. Вот Карайка точно, 100% просто справится. С икуной, тьфу, и все, и они... Отдуплятся, наверное. Половина точно. Мы проверим. Ну да, почти половина, ребята. Ну что ты, голубок, делаешь? Ёп, красоты. Так, Макмана нельзя, ребята, допускать к атаке. Так же, как и Донателло. Ой. А если так?
Отлично, и добиваем. Все, друзья мои. Да, мы сегодня, видимо, с тобой отыграем опять же всех черепашек, всех наших персонажей. И, соответственно, очень неплохо поднимемся по лиге. Так, 62 ранг всего лишь. Так, они мне не хотят давать, да, 14-19? М-м. Уперлись рогом и все здесь. Ладно, я не гордый. Я сделаю ход конем. Тихо, 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 пиццелица, куда ты лезешь? Так, здесь можно, в принципе, взять, наверное... Давай-ка, змейка Вьюн. Он, в принципе, ребята, ослабляет атаку, да, своей супер-атакой. То есть, как бы у нас шансы увеличиваются в разы. Поехали. Всем понизили атаку, прикинь. Все... А-а-а, жук ты навозный. А он, наоборот, повышает. Ты же вчера, а? Ну-ка, Донни, не подведи, родной. Так себе, да? Бросим гранату, наверное. Все. Наш кабанчик нас не подвел. И это круто. Причем у него такая интересная куртка, ты заметил, да? Куртка, у него вот этот вот покров шерсти растет и на куртке, и на теле. То есть это как? Непонятно мне. Ладно, 37-я позиция. Нам нужно выбиваться в Лигу Сёгунов с тобой. 15-19, отлично. Но я лучше возьму вот этого. Так. Кого нам тут взять? Давай вот этих, наверное, будем все-таки отыгрывать. А против них уже, кстати, 51-й ранг у противника. Возьму, наверное, нейтрализатора. Он в платиновом ранге. Я думаю, будет достаточно одного залпа ракет, чтобы всех здесь снести. Но ходят кролики первые. У них инициатива больше, чем у... Даже у Кейси больше. Так, погоди. Слушай, у нас тут проблема, кажется, назревает. Огромная проблема. Упс. Так, что я могу сделать? Так, это что у нас такое? Прыжок, ага, блокирует. Ну давай попробуем, наверное, сделать так. Ай-яй-яй. Так, я жду, когда нейтрализатор у меня будет ходить. Поехали. Ну? Ты, блин, серьезно, что ли? Бросай свою штуку-дрюку. Так, Моногека упал. Теперь, блин, давай Ваньку, наверное, вольнем. Это 100% он должен упасть. И остается Донни. А ну-ка, Кейси. Ну, хотя бы заблокировал, и то хорошо. Так, а ты? Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, ну мой Донателло держится до последнего. Красавчик. Он выстоял, они его атаковали, атаковали, а он сопротивлялся. И молодец. Не подвел нашу команду. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, 11-я позиция. Так, 15-19. Выбираем эту команду. Так, 47-й, 48-й, 50-й уровень у врага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И... Да, в принципе, здесь и зэка, наверное, хватит, я думаю, да? Если он бросит правильно свою бомбочку, а он ее должен правильно бросить, то эти шитики упадут. Проверим. Твою дивизию. Не упал ни один из шитиков. Да блин, что происходит, ребят? Так, минус Рокстеди. Давай-ка, наверное, на Рафаэля. Потому что Рафаэль здесь сильный. Если он бросит Сай, это будет плохо. Твою налево. Давай с разбега тогда. Ну-ка, Рокстеди, не подведи. Красавчик. Так, теперь уничтожаем Бибоп. Минус. И остается Донни. Ой, Донни. Ну да, Донателло. Фильм. Все. Фу, мы, как всегда, с тобой на высоте. И это круто. И это круто, потому что у нас пока ни одного поражения нету. И я сомневаюсь, что они будут. Хотя шансы были, ребята. И мы уже с тобой в Лиге Сёгунов. Одна звезда, 87-е место. Так.
15-19. Кого взять? Да тут любого. Давай прорулим. Может быть, нам выпадет 15-20. Не буду давать такого нам добра. Ладно, возьмем тогда вот эту команду. Здесь у нас 50 уровней. Тут Крэнк во главе. Плюс 2 Рафаэля. И плюс ко всему возьмем Джастина. Джастин, естественно, ребят, своей газовой атакой. Так он передвигается, как кальмар какой-то. Ну что, давай. Запах изо рта. Ух, как им не нравится этот запашок. Минус. И Крэнк, наверное, добьет все-таки, да, всех. Постарайся, пожалуйста, родной. Да, он меня не подвел. Все красиво, ребята, все красиво и отлично. Главное, что идеальная победа. Сегодня еще пойдем на испытание. Серию, как говорится, событий будем проходить. 64 место. Это у нас типа буст сегодня такой. Ну, минимальный, да? Возьмем, наверное, вот эту вот команду. Тут Сплинтер. В принципе, блин, Сплинтер-то, конечно, нежелательно бы нам здесь. Если честно, не особо мне хочется, но... Железноголовый будет последним у нас ходить. Поэтому я, наверное, возьму здесь Ваньку. В таких командах, ребята, когда ты берешь очень много своих слабачков, здесь очень главное взять инициатора большого, который сразу будет ходить. Видишь, как вот, например, Ванюша. Видишь, что он делает? А если бы я, например, взял бы Железноголового, он бы, скорее всего, ходил бы последним. Ну, может быть, не последним, но явно не первым. Явно не первым, и мы с тобой перемещаемся на 42 место. Так, 15-20 наконец-то дают. Раз, два, три. У него, кстати, уже 55 уровни пошли. Слушай, ну тут уже все не до шуток. Тут надо валить их в первую очередь. Потому что если мы сейчас будем с тобой промахиваться, да, нас будут здесь потихоньку-потихоньку разбирать. Поэтому Усаги здесь зайдет как никогда. Прям в топчик. Смотри. Тыч. Оу. Я не ожидал, что эти выживут. Честно говоря, я не ожидал, ребята. В плане Усаги сотого уровня не справился с 50-ми. Это что такое? Это как называется, а? Это как называется, друзья мои, что он не справился с полтинниками? Да, подставы. Так, ну что, обновим. Где у нас 15-20? Вот. Возьмем вот эту команду. Берем с тобой Супер Шреддера. Сколько же у меня, друзья мои, полтинников? Ты посмотри. Трэш. Их нужно прокачивать. Нужно до 60 уровня как-то их дотягивать всех. Так, ну что, погнали. Этого будет достаточно, я думаю, да? Удара. За глаза и за уши. Так, ну и двигаемся дальше. Остается нам взять с тобой кого? Армагона. Потому что, ну... Так, и Лига Сёгунов, 2 звезды. Шикарно. Слушай, прикинь, мы сейчас до мастера дойдем. Это будет вообще круто. Так, Армагуша идет к нам в команду. Я уже практически спокоен. А знаешь почему? Потому что Армагон, сам знаешь, любитель своим метеоритным этим валуном всех сносить. Причем за раз. Он не дает права на ошибку. Понимаешь? Очень-очень редко, когда кто-то выживает. И то, если он имеет 70-й, там, 72-й ранг. Вот в этом случае, да, он может немножко сфейлить. Ну, а вот эти вот 50-й, 60-й уровни он просто разрывает в клочья. Так, здесь у нас... Ну, давай вот эту команду, наверное, возьмем. Так, Леонардо, ты как, сможешь вырубить? Так, Майки, отойди. В принципе, его вертушки тоже должно, ребята, хватить. Хотя Усаги не добил у нас. Он повесил постепенный урон, но он добить их не смог. Полтинников. Сейчас проверим Леонардо на... силу. Пфу, а Лео красавчик. У Лео все получилось. Почему-то Усаги... Неужели он слабее, а? Да, ну быть такого не может.
У нас раньше был Усаги топчиком, один из топовых персонажей. В принципе, он таким и остается, просто мы его сейчас немножко смещаем, потому что у нас есть Супер Шреддер и Армагон. Понимаешь, да, о чем я? Как бы этих персонажей сейчас просто с лихвой хватает. Мы посмотрим, когда у нас прокачаются кролики. Кто-то писал в комментариях: прокачай рейк кроликов. Я бы их с удовольствием прокачал бы, если бы у меня были бы ДНК. А ДНК, как ты видишь, они покупаются за жетоны. А жетоны нафармить не очень просто. Очень долго их фармить. Если бы было бы какое-то испытание или событие, где можно было бы получить кроликов, конечно, мы бы уже давно-давно бы их прокачали бы. Но здесь такого нету. Здесь практически любые персонажи фармятся, кроме кроликов. Хотя они могли бы засунуть туда же, где фармится у нас кто? Роквелл, Слэш. Туда могли бы вполне поставить, все было бы отлично. Но они этого не делают. Все, я, ребят, даже не паникую, потому что я уверен в Супер Шреддере, я уверен в Армагоне. Так что без проблем. Так, ну что, Лига Сегунов 3 звезды уже буквально не за горами. Еще один поединок. Так, возьмем вот эту вот команду. Откат на Армагона ставим с тобой. Слушай, мне даже не понадобятся, ребята, откаты. Прикинь, я без них справлюсь сегодня. 8 штук у нас осталось, этого за глаза нам, чтобы пройти и всех, как говорится, истратить. Потому что уровень бойцов 59. Смотри, что делает Армагоша. Пух. И все. Одного хлопка достаточно, чтобы всех здесь разнести. Так, ну что, двигаемся дальше. Сегодня, ребята, по прогнозам еще намечаюсь сыграть я растение против зомби герои. Нам нужно повышаться там по рангу. Это раз. Во-вторых, наверное, приступим к прохождению игры Кона. Это на втором канале. Плюс антиштанисты нам нужно допройти игру. Там осталось, по-моему, 2 или 3 уровня. Я немножко прокачался, взял себе эпическое оружие там. Я думаю... Погоди, что-то я не то сделал. Я думаю, что мы там пройдем. И надо, ребята, допроходить игру нам вперед заточилом, да? Так, ну что, погнали. И есть контакт. Все отдыхают, все баньки. Майки так танцует прикольно, да? Когда, ну, ролевой. Видимо, он там под кого? Под Питера Пэна косит? Или под кого? Мне почему-то кажется, что под Питера Пэна именно он под закос делает в своем этом костюмчике. Так, теперь Супер Шреддер. Раз, два, три, четыре. Ну и тут у нас все отыграты, получается, да? Так, а события у нас сегодня на... Нет, на Рокстеди, наверное, не пойдем. Хотя можно и на него пойти. Ну, я имею в виду за ДНК на Рокстеди. Потому что нам не хватает всего лишь 3 штучки. Если мы даже пройдем событие, одно ДНК в любом случае получим. И еще при возможности пофармить. И тогда у нас на этой неделе 2 персонажа поднимутся выше ранг. 5 звезд золотых. Да, наверное, все-таки пойдем туда. Ну что, опять Супер Шреддер. Раз, два. Ну все, ребят, тут уже... Сколько остается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Придется кого-то нам в откат брать, чтобы 2 каточки еще сыграть здесь. Я одного не могу понять, почему же Супер Шреддер не добивает всех. Но здесь у него удачно получилось. А вот в том бою, к сожалению, не всех он уничтожил. Блин, он такой страшный. У него все вены там красные. Весь, может быть, даже это не кровь, а какая-нибудь жидкость. Мне кажется, это мутаген. Почему он таким стал, ребят? М? Вот вам следующий вопрос. Почему Шреддер стал Супер Шреддером? Почему он, извините меня, из ада вернулся? Я понимаю, там, конечно, этот дракон его воскресил. Но дракон откуда взялся? Кто он такой? Предспешник Кренга? По-моему, Кренга же уничтожили. Или он еще существовал? Фиг его знает. Честно говоря, я не знаю, ребята, почему его оживили и как его потом уничтожили.
Тоже вопрос, да, интересный. Супер шредера этого мертвый. Если он мертвый, как они его смогли опять побить? Непонятно. Так, ладно. Воу-воу-воу-воу, тихо, Майки, успокойся. Раз. Два, отлично. И добивка, хотя нет, выживут. Выживут. Все. Ну что, друзья мои, последний поединок у нас на арене. И мы с тобой, судя по всему, все-таки в Лигу Мастеров должны попасть. Но не сейчас, видимо, после вот этого поединка. Так, выберем с тобой, во, 16-22. Раз, два. Раз, два, три. Все, больше никого не осталось, блин. Ну, давай вот так вот сделаем. Откаты я наберу, ребят. Откаты за рекламу 10 штук у нас будет. Главное, что в Лиге Мастеров окажемся. Вот что. Завтра у нас еще выходной. Завтра поиграем. Единственное, что у меня как-то получается странно. Я днем записываю, а на следующий день только выкладываю. Потому что, ну, по-другому никак, ребят. На одном компьютере у меня все это делает. И рендерится. Если я начну рендерить и играть, у меня будут лаги. И я как бы теперь разделяю. Днем снимаю, ночью рендерится, пока я сплю, а уже на следующий день я выкладываю. Как-то вот так у меня получается. Ну что, Лига Мастеров, одна звезда, 97 ранг. Это, конечно, маленький ранг. Нас быстро скинут оттуда, но как факт этого нельзя, ребята, не воспринимать. Так, ну что, прокачиваем с вами Донни. Отлично. Ух ты, вот он, ребята, метеоритный рок. Донни активирует маяк и направляет метеорит по координатам врага. Разрушитель, то есть это массовая атака. Вероятность 20%, ослабить защиту на 50% в течение одного хода. Шанс, конечно, наложить маленький 20%, но то, что если он наложит защита минус 50%, это, конечно, имба. Тут по-другому не скажешь. Так, ну что, друзья мои, мы прошли с вами турнирку, пойдем на испытание. Так, наша цель сегодня добраться вот до этого Рокстеди. Чтобы его заполучить. Я думаю, такой-то командой мы пройдем с тобой вообще на изи все. Естественно, ставим пока автобой. И пускай они тут дерутся. Так. Отлично. Кто-то в комментариях написал: Рэй, поиграй, пожалуйста, в Fortnite. Тебе эта игра зайдет. Ребят, я в свое время давным-давным-давно пробовал ее играть, но на самом деле это не мой конек. Я понимаю, конечно, что это экшен, все дела там со строительством, да, вот этих всяких баррикад, застроек, но это не мое. Мне такие игры не нравятся, ребят. Что не мобильный Fortnite, что не на компьютере. Нет уж, извините, я в него играть не буду. Многие просят вернуться меня в Brawl Stars. Я смотрел последний видосик Эллинойза, он сказал, что, насколько я помню, не поддерживают теперь мобильные устройства Brawl Stars. То есть только лишь играть на телефонах, на планшетах. Не знаю, может быть, конечно, там все изменили, исправили. Но вот такая вот была последняя новость. И на самом деле в Brawl Stars, ну, ребят, я там не очень сильно прокачан и очень она много времени отнимает. Вроде смотришь, да, пару каточек сыграл, на часы глядишь, а два часа как миновало, как будто их и не было. Поэтому, ну не знаю, все может быть. У меня вот тут вот вообще большущая-большущая идея, знаешь какая? Все мои старые игры, самые-самые-самые древние, самые старые игры, перепройти. Потому что там у меня еще не было микрофона, там некоторые игры просто в глухонемом варианте. Ну, просто игровой геймплей, без озвучки, без всего. Вот, и причем игры там прикольные. Вот одну из них я скачал, это Трансформеры Девастейшнс. Если многие помнят, наверное, эту игру по мультику, по комиксам. Вот тоже хочу, но единственное, что я не знаю, на какой канал ее снимать. На этот или все-таки на свой второй, где у меня компьютерные игры. Это все-таки, ребята, компьютерная игра Девастейшн Трансформер, поэтому я не знаю. Но там такой контент, вроде бы как бы не совсем детский, да. И если я эту игру туда выложу, ну, наверное, как-то она будет не очень хорошо там смотреться. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я прошел игру Transformer Devastation, то пиши мне в комментариях. Если да, то мы приступим в ближайшее время ее проходить. Игруха довольно прикольная, в мультяшной такой анимации сделана. Ну,
Если кто захочет, может посмотреть в Ютубе, как она выглядит. Вот. Также еще хотел, наверное, пройти... Как она? Deadlight Detect, вроде бы так называется. Перепройти, потому что там тоже, ребят, я когда смотрел, у меня аж волосы дыбом встали. Я еще тогда не умел ничего не рендерить, ничего. У меня там все с этим, как тебе сказать, со шлейфом все шло. То есть изображение размытое было. Вот я думаю, тоже ее перепройти. Тоже она довольно прикольная игруха. Так же, как вот и Кона я не допрошел, поэтому хочу ее пройти. А знаешь, почему не допрошел? В то время она была в бета-версии, то есть она была неполная. А сейчас я скачал, мало того, что полная, так она еще и полностью переведена. Ну, в плане не озвучка, я имею в виду титры. А я играл там, не было никакой ни озвучки, ни титров. Были титры, но на английском языке. Поэтому сейчас у нее играть намного-намного будет приятнее. Также хочу, ребята, вернуться к игре Trial. Помните, да, такую, где чувак бегает по дорожкам и собирает там лут, делает там обувь себе, шмотки, строительные там всякие ресурсы собирает, потом открывает магазины. Такая довольно прикольная игруха. Я тоже не понимаю, почему я ее забросил в свое время. Ну, тут видишь, в чем дело, ребят. Ты играешь в определенную игру, да, какую-то? Вот как, например, антиштанисты. Я играл в игру, да, у меня там 5 или 6 серий подряд выходило, а потом бац, на неделю практически выпал. Ну, во-первых, работа. Во-вторых, у меня вот этот канал идет как основной. Все-таки я больше игр здесь, как говорится, делаю, снимаю. И в-третьих, если когда ты начинаешь играть, там, ребята, 15-20 минут ты не укладываешься. Там минимум час, 45 минут, это вообще просто ни о чем. И на том канале, как говорится, не очень много актива. Понимаешь? Если бы был бы актив, то, естественно, я бы туда бы вкладывался, наверное, ну, на равных, скажем так, здесь и там. Плюс еще третий канал. Но там, ребят, вообще очень все плачевно пока. Там игрушки связаны именно с гонками. А гонок хороших я пока не могу найти. Вот и приходится пока играть там Hill Steel, всякие Армагеддоны, в общем, такое. Так, ну что, мы с тобой добрались до Rocksteady, друзья мои, пойдемте. Естественно, на автобое они все здесь порвут. И посмотрим, что у нас там, какой шанс, я имею в виду, кто будет вместе с ним выпадать. Если там будет чисто Rocksteady, ну еще там плюс-минус 1-2 персонажа, то есть смысл. Если же там будут выпадать очень много персонажей леваков, то, наверное, нам надо будет идти дальше с тобой, проходить следующие события. И, возможно, там шанс будет, наверное, побольше. Но не факт. Здесь я вообще, ребята, не напрягаюсь, как ты понимаешь, да? Все, у меня здесь играет на автобое. Вот. 65-й ранг врагов. Для нас это семечки. Вот единственное, да, Донателло, конечно, именно по атаке вообще не айс. Но зато по защите очень даже неплох. Так, а вот, ребята, тот самый рок, кстати, которого мы хотим с вами получить. Так, надо еще как-то нам поиграть в силу порталов. Уж какой суровый этот мир, да? Огненный. Прям не знаю, ребят. Так, минус Бибоп. И остается лишь Rocksteady. Ну, Рафаэль берет провокацию. А Леонардо делает вертушку и... Да. Он уничтожил этого Rocksteady одной своей вертушкой. Так, ребят, ну что, давайте, наверное, тогда... Посмотрим по фарму, что у нас там получается. Так, вот он, да, здесь. Слушай, две ДНК. Если мы хотя бы... Давай попробуем. Если он нам выпадет, в принципе, все, ребят, мы его сможем проапать. Твою налево, выпадает всякий хлам. Ну вот зачем мне вот это все нужно, а? Ну осколки, вот этот вот бред. Все, ребята, не хватило. Короче, мы с тобой в следующей серии пройдем второе событие, да, испытание. И вливать все. Подожди, а тут есть смысл вообще играть нам? Ну да, тут есть смысл играть. Конечно, есть. Тут кожеголовый. Кстати, а кого нам дадут? О, этой командой. Фу, вот этих убираем, этих берем все, ребята, и разносим в пух и прах. Так, ну что, у нас Донателло космически сегодня прокачался, да?
события мы с тобой прошли. В магазине нам делать нечего. Так, вот тут вот. Поднять уровень персонажа. Идем в самый низ. И начинаем. Так, слэш. Опа, 50-й. 51-й. Вот как-то так. Все, в принципе, на сегодня, ребята, мы с вами поставленную задачу сделали. Да? Да. Тогда я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!